Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот хлебцы хрустящие. Доктор, наверное, я не знаю, читаю правильно, доктор Грайн. Не знаю, поправьте меня в комментариях, напишите, если я прочла неправильно. Так, здесь у нас 5 злаков, хлебцы хрустящие из цельнозерной. Так, из цельных зерен, я еще чувствую, читаю не то. Из цельных зерен и крупы пшеницы, риса, ячменя, овса и гречихи. О, представляете, как много всего вкусненького в одном месте. А стоила она 27 рублей в Пятерочке. Так, состав. Состав, кстати, вот такой небольшой. Я надеюсь, вы увидите. Если вам интересно, нажмите стоп и прочитайте. Состав довольно хороший, довольно она стоит дешево, недорого. То есть, ну, обычно такие хлебцы стоят довольно дорого, около 80 рублей, 90, еще больше. То есть, небольшая пачка и так дорого. То есть, здесь довольно дешево. И также там, конечно, есть разные вкусы. Так, здесь у нас пищевая ценность. Давайте тоже посмотрим поближе. Здесь что-то еще, может быть, вы найдете. Так, и давайте с вами ее откроем. Кстати, она, смотрите, упакована прям хорошо. Не просто там сложена как-нибудь, как могла бы быть, в принципе. Она довольно хорошо. Опа! Ух ты! Ух ты, какие они! Ух ты! Так, нам понадобится тарелочка. Какие интересные, слушайте. Что-то прямо они, слушайте, выглядят не так. Я помню в детстве, в моем детстве мама покупала такие очень часто. Ей нужно было их есть, что-то там у нее больной желудок. И для чего-то их там нужно было есть. У нас их было очень много, таких пачек. И я помню, что они были гладкие, то есть и с этой стороны, и с этой. То здесь они какие-то, честно говоря, немножко необыкновенно выглядят. И с другой стороны, когда присмотришься вот ко всему вот этому вот выпуклому, становится, честно говоря, не очень аппетитно. Думаешь сразу, что такое там выпуклое? Может быть, там кто-то вылазит или... Не знаю. Они абсолютно все так сделаны почему-то. То есть, ну, в принципе, они же могли бы быть и не выпуклые, с этой же стороны нормально. Как будто, знаете, как похож, как будто какой-то попкорн. То есть покупаете, да, вот в пачках попкорн, кладете его в микроволновку, и он там раздувается, да, вот ощущение, как будто точно так же попкорн положили в какую-то там форму вот так вот, и он просто вот раздулся. Не знаю, надо посмотреть у остальных, как они вообще делают. Точно так же, может, сейчас уже время другое, и поэтому, соответственно, и они другие. Так, давайте посчитаем, сколько их штук здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чего так мало? Почему 9 их? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Их 9 штук, их даже не 10. Честно говоря, хотя бы сделали бы 10, хотя бы это на компанию. Вот так вот купил дешево и поел. Ну ладно, не в этом суть, иначе мы сейчас с вами проболтаем о них очень-очень долго. Давайте еще вот это вот посмотрим, видите? Я надеюсь, то, что вам видно, насколько это там все выпукло. И, честно говоря, вообще у меня аппетит отбило. Честно, конкретно. Не знаю, пишите в комментариях, как это у вас, отбило или не отбило. Аппетит. Довольно жестковатый, кстати. Такие сломать надо. Попробую пытаться. Так, ладно, давайте попробуем. Может быть, это хотя бы вкусно. Я очень на это надеюсь. Пробуем. По вкусу
наверное, как и в детстве, тот же самый абсолютно вкус, как и они были, не сладкие, просто какие-то злаки. Наверное, все-таки надо было покупать со вкусом, но и нейтрального вкуса тоже, в принципе, обзор получится, я думаю, хороший. Единственное «но», то есть вот эти вот непонятно что, не знаю, как это назвать, то есть оно вот это вот огромное, которое выпуклое, непонятная козявка, ее довольно сложно пережевывать, то есть она большая, за ней идет тут ямочка, она маленькая, то есть как-то не то. Единственное, наверное, знаете, если ее взять и сверху намазать каким-нибудь шоколадом, то есть туда все вот это вот попадет, застынет, может быть, кстати, будет вкусно, будет ароматно, будет что-то необычное. Когда я открывала, я подумала, что, наверное, это специально так сделали, чтобы чем-то люди сверху намазывали, что вроде так будет вкуснее. Если будет у вас просто ровно, она будет более жесткая. А так вроде должна быть, ну, блин, не знаю, короче, для меня это как-то, честно, совершенно неаппетитно. Кажется, что какой-то кишечник здесь лежит, какие-то странные штуковины, что сейчас они оживут просто и поползут, честно. А мне почему-то это кажется именно вот так. Не знаю, напишите в комментариях, как вам кажется. Вот, ну, в принципе, за 27 рублей, наверное, и можно купить, поесть. Если, конечно, открывать ее и не переворачивать. С этой стороны она гораздо аппетитнее выглядит. Не знаю, может, они все так выглядят? Напишите в комментариях. Я не думаю, что они все так выглядят. Может, ну, не знаю, короче. Ладно, сейчас я вам уболтаю вас. Этот ролик затянется на 20 минут. Вы мне уже и так пишете, что слишком длинные, что слишком много я болтаю. Не знаю, короче. Звезд, наверное, 3 я поставила бы за внешний вид, на вкус. В принципе, просто, блин, просто эти вот хлебцы хрустящие, злаковые. Тот же самый вкус, что, кстати, гречка ощущается очень хорошо. Овес, ячмень там, чего-то. Обычное, просто обычный вкус. Обычный, стандартный, кто хочет, кстати, вот именно без вкусов. Я обычно сейчас чипсы покупаю, вот, без вкусов. Не хочу всякие вот эти вкусы. Просто вкус чипсов. То здесь вот получается тоже так же. Просто чисто вкус вот именно вот таких вот хлебцов. Хлебецов. Вот, короче, как-то так. Немножко в шоке, я честно. Немножечко в шоке. Вот. Такой у нас с вами был обзор. Этот обзор я делала тоже для вас. Напишите в комментарии, будете вы такой покупать или нет. Обязательно напишите. Если вы уже покупали, напишите отзыв. Может быть, у вас были они какие-то другие немножко. Может, мне просто бракованные достать. Потому что, честно говоря, мне иногда кажется, если товар продается по скидке, по акции, то, скорее всего, там брак. И периодически такое действительно бывает. То, мне кажется, если я куплю товар уже без скидки, дорогой, то он окажется не бракованный. Но, честно говоря, я без скидки иногда не покупаю. Не знаю почему. Вот, обязательно пишите в комментарии, какой у вас он на вид. Обязательно ставьте лайки. Лайки, потому что это все делаю я для вас. Чтобы вы не тратили свои деньги на ненужные, некрасивые, невкусные товары. Чтобы все-таки вы немножечко экономили и смотрели мои ролики. Также подписывайтесь с колокольчиком, потому что у меня ролики выходят на обзоры через день, на влоги у меня выходят каждый день. А влоги у меня там, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Обязательно посмотрите, обязательно подпишитесь, напишите комментарий, мне будет очень-очень приятно. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!